Это очень активная игра, очень быстрая, яркая, насыщенная. Можно выражать свои эмоции. Я очень люблю бегать. Активный вид спорта, в общем. Социальный центр Сергея Катасонова развивает мини-футбол в Оренбурге на протяжении 7 лет. Все эти годы проводятся областные чемпионаты во всех возрастных группах. От школьников и студентов до коллективов физической культуры. В летнем игровом сезоне заявки на участие в соревнованиях подали 50 команд. Здесь у нас играют и любители, здесь играют и студенты, и школьники, и взрослые, как вы видите. То есть и военнослужащие также. Благодаря инициативе Сергея Катасонова проекты мини-футбол в школу и мини-футбол в вузы получили популярность и массовое развитие. Более того, этот вид спорта официально является зимним, но благодаря активному развитию этого направления при поддержке социального центра в парке имени Перовского стартовали уже 4-е летние игры по мини-футболу. Это лучше всяких слов говорит о том, что проект летнего первенства на открытых площадках удался, и мини-футбол в области продолжает развиваться. Мы попробовали, это еще 7 лет назад, провести первый чемпионат зимний. И по окончанию зимнего чемпионата команды сами захотели, а летом не играть. И летом попробовали, видите, получается, с каждым годом увеличение идет. Но суть не в том, что увеличение, а мы уже работаем на качестве. Кроме того, Сергей Катасонов отметил, что останавливаться на достигнутом не стоит. Поэтому сегодня первоочередная задача – строительство школы мини-футбола в областном центре, которая должна стать центром подготовки спортсменов высокого уровня. Иван Бер, Виктор Горшенев. Наше время.